Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такой очень объемный и большой цветочек из атласных лент. Размер такого цветочка 13 сантиметров. Цветок у нас будет на атласной ленте, и здесь я прикрепила заколочку, чтобы он хорошо держался на волосах. Такой цветок я сделала в персиковом цвете. Это под платье на выпускной моей дочки. Ну и еще здесь вот есть листики из эко-кожи. И сейчас я вам покажу, как этот цветок будет выглядеть на голове ребенка. Ну а если вам интересно, как сделать такую красоту, продолжайте смотреть. Для начала сделаем с вами вот такие лепесточки. Лепесточки, как вы видите, у меня с прожилками. Берем атласную ленточку шириной 5 сантиметров и длиной 6 сантиметров. Складываем ленту пополам и вырезаем в форме лепестка. Вот такой лепесточек у вас должен получиться. Края просто обрабатываем огнем и вверх растягиваем. Теперь делаем прожилки. Прожилки делаем с изнанки. Делаю две прожилки с одной стороны, вот так, и две с другой. Если у вас получается больше, это очень хорошо. Вот такой лепесточек у нас получается. И теперь делаем одну складку на изнанке. Для первого ряда нам понадобится с вами 9 лепестков. Склеиваем их между собой, приклеиваем друг на друга примерно на 2-3 мм. Для второго ряда нам понадобится 8 лепестков. Делаем все то же самое. Для третьего ряда нам понадобится 7 лепестков. Делаем все то же самое. И для четвертого ряда нам понадобится 6 лепестков. Тоже мы приклеиваем их друг на друга. Ничего не склеиваем между собой, то есть оставляем так, переворачиваем на изнанку и скручиваем в бутончик.
Теперь сделаем вот такие листики. Я выбрала именно такую эко-кожу, потому что она очень хорошо подходит под платье моей дочери. Мне понадобится вот такой листик. Листик у меня из набора 38. Длина такого листика 6 сантиметров. Все очень просто теперь. Ставим на эко-кожу, обводим и вырезаем. Нам понадобится 3 таких листика. И теперь будем собирать наш цветок, то есть подклеивать их к цветочку. Для начала я подклею фетровый кружок в диаметре 3 сантиметра. Вот здесь, где у нас соединяются все слои нашего цветочка. И теперь будем подклеивать листики. Далее мне понадобится атласная ленточка, тоже персикового цвета, но она немножко посветлее нашего цветочка. Также фетровая основа в диаметре 5 сантиметров, почти 5,5, и заколочка 4 сантиметра длиной. И теперь собираем все вместе. И все, наше украшение готово. А на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!